Эх, хорошо. Все правильно. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплыт. Копать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Рад приветствовать в лучшем баре зоны. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Типа идет шоу, где когда, ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Иван. Иван болтается на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего полтинник, но тоже, сука, рёбаная, не отдал. Короче, вот слушайте. Вопрос, кто, сука, лежит в чёрном ящике? Косяка не осталось. И фиг его знает, где сейчас достать.
Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видно. На второй как будто... Тихо! Значит так. Даже и на третий. Типа идет шоу, где когда. Дыши такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вувар. Вувар появляется на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки. Значит, 2 месяца назад мой дружбан Калян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего полтинник, но тоже, сейчас сука, не прет меня нынче погодка. Подозрительная она какая-то. И вчера тоже подозрительная была. И завтра 100% еще подозрительнее будет. Вчера на базе пшон точили. Позавчера мы тоже точили пшон. А завтра что? Опять эту дрянь точить будем. Эх, пивасиковы что ли? Да с омыльком. С хорошим таким мясистым омыльком. Кайф. Вот эти люди, а? И что за создание? Кожа зверей, не бог. Даже тут. Тут задницу друг другу каждую минуту прикрывать надо. Тихо, они... тихо, значит так. Стоят типа таких 2 конкретных лоха-сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает. Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали? Дали. А что эти пацаны куда-то сняли или танцуют? Дядя, я тебе уже 100 раз говорил. Кабак и вот стоп, это по-любому не одна и та же шня. Блин, ну какой из него командир? Фу-фу, а из кожи лезет. Все в ему команду. Ну и какого хрена ты торчишь, а, спрашивается? Дуй на фирму какую-нибудь менеджера. Или в войско на контракт. О, точно. Наша служба и опасная, и трудная. Типа идет шоу, где когда, ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха. Уважаемые знатоки. Значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего полтинник, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, бля, вопрос, что, сука, лежит в черном ящике? Как дела, сталкер? Парень, оружие спрячь. Молодца!
Логично. Точно. Логично. Класс! Oh!
Вот это реальный пацан. Спасибо, брат. Скотина! Ой-о, да, спасибо, братан.
Пошла жара! О, вот это реальный пацан. Спасибо, брат. Верно. Круто. Да ёлки! Так и надо. Класс. Иди с командиром говори. Со всеми вопросами командиру. Класс!
Класс! По всем вопросам командиру отряда. По всем вопросам командиру отряда. Класс! Точно. Проходи, не задерживайся.
Офигеть. Так и надо.